Исполняется 31 год после трагедии в Городоглы, когда был осуществлен настоящий геноцид против мирных жителей села. 17 февраля 1992 года вооруженные силы Армении, вступившие в Городоглы после двух дней неравных и тяжелых боев, сожгли село и жестоко расправились с мирным населением. 118 жителей из 800 человек, проживавших в этом древнем азербайджанском селе, были взяты в плен. 33 человека были застрелены. Армяне сбросили убитых и раненых вместе в хозяйственный колодец и засыпали сверху землей. В целом были убиты 68 пленных, 50 человек с большим трудом были освобождены. 18 из них, включая 5 женщин, впоследствии скончались от полученных ранений. Следует отметить, что проделана масштабная работа по доведению правды об этой трагедии до мировой общественности. Снято и переведено на разные языки несколько документальных фильмов, посвященных этим событиям. Для увековечения памяти шаида возведены мемориальные комплексы в поселках Йени Городоглы, Йени Ходжавент и на территории Нергистепе.